Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Обычно мы говорим о профессиональных машинках, но сегодня у нас будет на обзоре машинка для дома. Иногда тоже надо для разнообразия рассказать. Но давайте поговорим. Сегодня у нас машинка от Moser, Moser Trend Cut Li. Это обновленная версия, была так давным-давно у них машинка Moser Trend Cut просто. Теперь добавили Li в конце, то бишь литий-ионный аккумулятор. Машинка во многом повторяет профессиональную машинку Moser Easy Style, но есть некоторые отличия. Итак, давайте разглядываем, как всегда, для начала коробку. Коробка картонная, из потребительской серии. У них, в принципе, все они однотипные. Немножко отличается от профессиональной серии. Упаковка более мягкая, то есть, ну, подешевле. Хорошо, смотрим, что у нас снаружи тут написано. Что можно использовать ее и для бороды, и для волос, что используется литий-ионный аккумулятор, что изготовлено в Европе. В Европе, но не в Германии. Изготовлено наверняка в Венгрии. Чуть позже посмотрим, что там написано на машинке. Написано, что добавили 4 бесплатных насадки, но их, в общем-то, и не добавили. Они изначально у нас здесь перечислены на упаковке. Здесь просто для привлечения внимания сверху налепили наклеечку. То есть это не типографским способом нанесено, а это наклеена наклеечка сверху. Указана комплектация, целых 10 насадок. Давайте посмотрим, какие именно это. 1,5, 2, 2,5, 3, 4,5, 6, 9, 12, 18, 25 мм. Это очень богатый набор, это очень хорошо. Также в комплекте расческа, ножницы, чехол. Ну и само собой, там должны у нас найтись еще в комплекте масло и кисточка для чистки. Также у нас перечислены основные характеристики. Мощность для стрижки волос и точность для оформления бороды. Ну, мощности здесь на самом деле совсем немного. Мощность двигателя здесь 1,6 ватта. Это очень мало. Но с другой стороны, для дома вполне пойдет. При полной зарядке работает 100 минут. Удобный индикатор, система быстрой зарядки, но не особо-то она и быстрая, полная зарядка 4 часа. Так, хорошо, открываем, смотрим. Внутри у нас куча макулатуры, очень рекомендую почитать, чтобы не было потом странных вопросов, как определить, что пора заряжать, как определить, что уже зарядилось, почитайте инструкцию. Сумочка, сумочка очень клевая, очень удобная. Особенно это хорошо для дома, что коробочку мы можем выкинуть, она все равно со временем истреплется. А вот такой удобный кейсик, это очень круто. Расстегиваем, и что же мы внутри видим? Внутри мы видим машинку. Внутри мы видим ножницы. Ножницы очень дерьмовенькие, ими даже бумагу резать-то будет не очень, очень тугие. Ну и, собственно, сами видите, это канцелярские ножницы, лучше их выкинуть. Если уж жалко там потратить 1500 на ножницы в профессиональном магазине, для дома купите где-нибудь на AliExpress, вас вполне устроит, это будет точно лучше, чем эти ножницы. Расческа. Расческа, опять же, очень страшненькая, но для бытового использования вполне пойдет. Кисточка масла, ну как без этого, пеньюар, для дома очень даже пригодится. Зарядное устройство. Зарядное устройство не такое, как у профессиональной серии. У профессиональной серии адаптер 6000. Там, ну, такой более интересный разъем. Свой собственный мозеровский. Здесь, слава богу, разъем обычный круглый. Это круто, потому что если сломается, можно купить китайскую зарядку. И куча насадочек. Насадочки стандартные, мозеровские, сдвижные. Подходят для ножей с шириной 46 мм, и здесь используется нож шириной 40, но здесь натягивается прямо на корпус, поэтому они тоже подходят. Если вдруг у вас какая-то насадочка умерла, то ее можно будет без проблем подобрать, купить новую, не обязательно даже Moser. Хорошо, давайте все лишнее убираем и поговорим, собственно, о машинке. Итак, машинка. Главный плюс машинок для дома от Moser в том, что они изготавливается из той же, в общем-то, компонентной базы, что и профессиональной машинки. Самая главная деталь – нож. Нож здесь взят от более дорогой профессиональной машинки Moser Easy Style. Что про него сказать? Хороший немецкий качественный нож из качественной стали, довольно долговечный.
Из относительных минусов у него нет регулировки длины среза, как у более дорогих машинок, допустим, у Chrome Style, у которого нож регулируется от 0,7 до 3 мм. Здесь просто 0,7 мм. Но за счет очень богатого набора насадок с шагом в 0,5 мм, это вообще не минус, это просто особенность. Дальше что можно сказать? Машинка очень легкая. Весит эта машинка всего лишь 160 грамм. Это меньше, чем некоторые триммеры. Очень удобно, немножко шумновато, но все равно звук терпимый. Я думаю, если подождать, пока нож припрется, то он станет потише. Машинка, как мы уже говорили, сделана в Европе. Давайте попробуем разглядеть, где именно. Написано, да, в Венгрии. Да, вот здесь видно. Изготовлена в Венгрии. Ну, собственно, пожалуй, все. Итак, для кого же эта машинка? Ну, машинка это в первую очередь для дома. Для домашней стрижки небольшая пускай мощность, всего лишь 1,6 ватта, время работы целых 100 минут. Кстати говоря, Moser все-таки немножко жопошники. Внутри стоит плата, и на ней размечены места для установки двух аккумуляторов. Но стоит только один аккумулятор, и он дает нам возможность работать 100 минут. Если бы они впаяли туда второй аккумулятор, точно такой же, мы могли бы работать 200 минут без перерыва этой машинкой. Ну, в принципе, было бы интересно. С другой стороны, для дома это и не нужно, но вот для профессионалов было бы прикольно, но профессионалам эта машинка не очень-то и нужна, потому что все-таки мощность маловато. Ну, собственно, пожалуй, все. Маленькая, красивая, с хорошим качественным ножом, которого вам хватит надолго, от крутого производителя, так что для дома можете смело брать. К тому же в комплекте есть вот такая вот замечательная сумочка и куча хороших качественных насадочек. Для профессионалов, возможно, эта машинка подойдет для стрижки детей с ее небольшой мощностью, но для стрижки детей она все-таки шумновата. Ну и для профессионалов все-таки лучше машинку покупать с подставкой, поэтому все-таки до Easy Style она не дотягивает, до Easy Style помощнее. Ну что ж, будут у вас, если вдруг вопросы по поводу этой машинки, либо чего-то еще касающегося электроинструмента, спрашивайте в комментариях под этим видео, либо задавайте вопросы в нашей группе ВКонтакте, которая называется точно так же, как и наш канал, называется «Енот Постригун». Цены на наши товары можете посмотреть на нашем сайте магазина «Енот Постригун». Ну и у нас недавно появился Инстаграм, опять же «Енот Постригун». На этом все. Пока-пока. Заходите к нам еще.